Совет ботанических садов Урала и Поволжья проходит в Перми в третий раз. Первый раз это было еще в 1991 году, далее в 2003 году, когда мы отмечали 80-летие ботанического сада. И сейчас сессия приурочена к 90-летнему юбилею. В сессии принимают участие представители более 20 ботанических учреждений, ботанических садов и дендрариев Урала и Поволжья. Есть вузы, у которых есть особые предметы гордости. И дело даже может быть не только в том, что мы национальный исследовательский университет, а значит, ботанический сад для нас играет роль еще и одной из научных площадок. Мы осознанно пошли на то, чтобы ботанический сад оставался у нас не только учебным, не только база практик и место для проведения практических занятий студентов-биологов, но это еще и научная площадка. Желаем вам дальнейшей плодотворной работы на благо города Перми и Пермского края. Губернатор Пермского края Виктор Федорович Константинов. На заседаниях Совета ботанических садов Урала и Поволжья традиционно обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью ботанических садов, с их текущей деятельностью, с перспективами развития сада. Обсуждаются проблемы, которые встречаются в ботанических садах и которые требуют определенного решения. В один из дней мы знакомились с ботаническим садом, проводили экскурсии по коллекциям, экспозициям. В нашем ботаническом саду действуют два экспозиционных маршрута, экскурсионных маршрута. Это экскурсии по экологической тропе открытого грунта с элементами модельных фитоценозов умеренной и сопредельных климатических зон. И подобная экспозиция высажена еще и в оранжерее. Но здесь посетители знакомятся с тропической и субтропической флорой, то есть совершенно для нас нетипичной. Очень потрясло нас. Это представители Красной книги Пермской области на грядках, причем в огромнейшем количестве, больше 50 наименований. Они здесь выращиваются. На мой взгляд, ни один другой ботанический сад вот в нашем регионе таких коллекций редких исчезающих растений на своей территории просто не имеет. Я бы пожелал развиваться дальше. Темпы роста исключительно высокие. На многие вещи, которые уже достигнуты за последние вот 10 лет примерно, около 10 лет назад была последняя сессия, которая проходила здесь, за это время очень много изменилось в лучшую сторону. И по-хорошему завидуешь. Удержать такие темпы развития сложно. Вот тут и энтузиазм, конечно, и обязательно поддержка нужна, финансовая поддержка в том числе. Значит, одна из задач встреч на сессии Совета ботанических садов – это обмен коллекционным материалом. Между ботаническими садами действует система бесплатного обмена семенным и посадочным материалом. Поэтому мы получили достаточно много подарков в виде растений из других ботанических садов. И в то же время передаем часть своей коллекции также в другие сады. Университет и ботанический сад сделают все для того, чтобы эта работа была продуктивной и плодотворной. И спасибо вам за то, что вы почтили нас своим присутствием. Спасибо.